сегодня занимаемся земляными работами. Будем выравнивать землю на пасеке. Земля нам тут досталась достаточно кривая. И вот здесь будем делать ровную площадку. А впоследствии ули сгребем. Ой, сгребем. Впоследствии ули переставим ближе, чтобы они стояли ровно. Ну и соответственно, чтобы можно было и на тележке подъезжать. В общем, выровнять плоскость. Землю будем брать за забором. Тут ее вроде много. Ну вот так вот. Мы натаскали земли. Казалось немного, но потратили полдня. Причем вдвоем. Чуть-чуть наклон получается влево. Это для того, чтобы улей чуть-чуть наклонялся вперед. Чтобы вода, если накапливалась на дне улья, стекала вперед. И в улье было сухо. Как-то так. В общем, как получилось. В принципе, большие ямы выровняли. Будем потихонечку улей переставлять вперед. Но не сегодня. Всем пока. Добудет мед.